Мосгорсуд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина, бывшего министра сельского хозяйства Сахалина Николая Борисова. Фигуранта по этому делу перевел под домашний арест. Напомню, сегодня стало известно, что Борисов дал показания и заключил сделку со следствием. Кроме того, Борисов рассказал о том, какую роль в преступной схеме играл Александр Хорошавин. По версии следствия, в 2009 году именно бывший губернатор создал группировку, которая получала взятки от предпринимателей. Всего им удалось получить более 500 миллионов рублей.